Александровна, привет. Добрый вечер. Вот, она же дочка, она же аспирант университета Красноярского. Так, в одном лице. И, наверное, самый перспективный садовод в качестве будущего директора института, какого не намекаю, лучше бы московского. Вот, или хотя бы Красноярского, или хотя бы ведущая Краснохуторского. Или хотя бы ведущего центрального телеканала на садоводческие темы. Вот это все, надеюсь, когда-то сбудется. Но пока делюсь новостями. Итак, пока мы не виделись 2-3 дня, произошли события. Нашлась посылка с косточками, которая... Я же говорила, вот, что придет. Да? Только это будет диалог, но говорить придется чуть громче, далеко. А ближе сесть невозможно. Итак, значит, эпопея заканчивается. Она уже в Москве, в Химках. Все-таки выехала из Брянска. Напоминаю, речь идет о том, что однажды из косточек были выращены саженцы. Из моих косточек Сергеем выращены саженцы персика. Саженцы поехали в Брянск. В Брянской области они были, за 4 года выросли очень большие деревья, дали уникальный урожай, и в качестве косточек поехали ко мне обратно. По принципу, а давайте вместе на пару продадим. Значит, хозяев теперь два, Железов и Мезинов Олег. И вот, наконец, посылка ЕМС нашлась. Все дальше пойдет своим чередом. Ставлю вас в известность, потому что есть такие задумки, какие. Вот. Потом отдельно по секрету поделюсь, ладно? Хорошо. Вот, чтобы не завидовали. Хорошо. Вот. Теперь, это одно. Теперь второе. Тема оказалась шире. На Украине нашлись хасанские же персики. Так. Может, вам сюда сесть рядом со мной, чтобы Не-не-не, пусть о вас любуется на голубые глаза. Да ну. Все. Неловко как-то. Мне ловко, это главное. Так, теперь... Значит, как нашлись? Проследили всю цепочку. От меня когда-то они попали к Чернобаеву. Кстати, сегодня надо к нему заехать. От Чернобаева они попали к Малькову, который приезжал к нам в гости. От Малькова они попали в Запорожскую область. В Запорожскую область они попали в Сумскую область. И мой, как сказать, тезка Валерий из Сумской области присылает мне фотографии. И круг замкнулся. Еще больше урожай, и, ну, деревья пойдет. Им всего 6 лет, а там вообще ужас какой-то, не урожай. Вот это мы имеем, вот это у нас получилось. Вот две свежие новости. И я тогда что решил? Ага, раз мы в хуторе, мы сейчас пойдем, я покажу несколько персиков, которые я называю самые морозостойкие в мире. Ну, украинцы персиками как удивить? Он же, Валерий, молодец в Сумской области. Он сказал, они у меня будут подвойные. Угу. То есть то, что здесь, в Сибири, у меня в неукровной форме живет, пусть на грани выживания. Но урожаи были, телевидение было, врать не пришлось. Да. Вот. Это значит, что для него они стали подвойными. И он теперь на них будет промышленный сад садить. Промышленный. Прекрасно. Вот. И не он один. И тут же называют второго товарища Запорожья, третьего тоже Сумской области, и у того мои персики. Вот он получается. И это расширяет возможности уже, если нас не разделять, вот, мы же братья с украинцами, если нас не разделять, это какие возможности получились? Восток дальний завоевали, это хасанский. Вот. Значит, Калининград завоевали, Брянскую область завоевали, Башкирию завоевали, эту самую, Подмосковье завоевали, и еще несколько десятков адресов, где они прекрасно себя чувствуют в виде косточек. Половина с косточек, остальные в виде черенков и саженцев. Все. Для чего я все это говорю? Мы сейчас сделаем небольшой, я сейчас... фильмы пусть будут маленькие, люди устают, посмотрели, покурили, чай попили, и включат следующий фильм, где мы стоим возле персиков. А так как я уже всем про эти хасанские столько рассказывал, мы сейчас пойдем смотреть на персики минусинские. Вот. А у меня не все так благополучно получилось. Это опять же в Брянской области прекрасные деревья, сумасшедший урожай, но брянские. А у меня все на грани выживания.
У меня есть фотографии, какие были урожаи, такие, как брянские. А потом я черенки резал, 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 калечил, калечил и доводил до смерти. Вот. А сейчас, и тем не менее, 2-3 последние зимы, вспоминаем, первое, самое страшное лето, вот, на уровне ленинградского холодного или там это, предпоследняя зима, значит, 40-градусная, последняя вот эта теплая, даже у вас в Красноярске не было 40-градусных зим, вот, зимы. И получилось так, что и то пережило, и теплую зиму, и холодную зиму. Сейчас я покажу самые морозостойкие в мире персики, пусть они выглядят не очень. Пойдем? Конечно. Так, это будет серия за номером раз. Пойдем.